Всем добрый день. Мы находимся на роднике Артезианская вода. Бежит постоянно, круглый год. Что, она лечебная, да? Или она чистая просто, да? Родниковая чистая вода. Вот так она бежит. А как она бежит? Вот отсюда? Ну. Интересно. Оттуда. Ну. Это типа колодца, да, получается? Ну, типа колодца, хотели забетонировать, хотели, чтобы не текло. Она все равно текла. И она текет, и куда она утекает, получается? Блин, тут речка рядом. Дай попробую. Выключим? Нет. Ну, тоже скажи, типа, устишинский запашок есть. Ну, не такая. Ну, не такая, как устишинка, получше, конечно. Холодная прям такая. Ну, да. Но запашок что-то мне тоже, кажется, есть. Голова откуда бежит? Вот эта вода очень вкусная и полезная. Холодная такая, как ключевая. Так, наверное, там ключ и бьет, раз вода так вот бежит. Забетонировать хотели, и она все равно не дала. Забетонировать себе вода, все равно пытается вот бежать. И бежит в речку. Вот такой источник находится в Аксеново же, да? Аксеново. Устишимская область. Увальчик называется. Как? Увальчик. Увальчик называется.